Избавить город от неприятного запаха. Такое поручение на еженедельной планерке сегодня дал глава Чувашии. Кто портит воздух в Чебоксарах и какие наказания могут понести виновные? Подробности в следующем материале. Вот такие сообщения на форумах горожане публиковали 4 года назад. В пятницу я был в Лапсарах. Там воняла птицфабрика, и сейчас в городе такой же запах. Утро 9 июля 2018 года. ВОЗ и ныне там. В воздухе повис все тот же запах. Только что звонила супруга. В центре сейчас воняет даже еще сильнее, чем в прошлый раз. В источнике неприятного запаха горожане обвиняют крупную птицефабрику. Специалисты Роспотребнадзора уже провели внеплановые проверки. Жалобы подтвердились. На предприятии нарушили технологию переработки птичьего помета. У них имеются лагуны, где должно быть компостирование помета. В зимнее время в лагуны не помещался помет, вывозили сразу на поля напрямую, где были организованы прям свалки помета. Ну и в следующем тоже при ежедневном таком, при работе с птичьим пометом технологии не соблюдаются. В основном не применяются те биопрепараты, которые предусмотрены технологией. Предприятию выданы предписания, материалы передали в природоохранную прокуратуру. Не исключено, что будут возбуждены уголовные дела. Глава региона поручил принять все меры, чтобы раз и навсегда избавить горожан от неприятного запаха. На сегодняшний день чисто технологично мы со своей стороны, с ЮРМОЙ, с юрлицом, с должностными лицами должны принять превентивные меры профилактического характера. Иначе, соответственно, последствия будут очень плохие. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Александр Петров. Республика.